Она обожает точные науки и все, что связано с Гарри Поттером. Сама словно сошла со страниц другой книги. Читинская Рапунцель Диана Долгополова растит свою косу с детства. Признается, не использует никаких средств, только генетика. Мне многие говорили, у тебя модельная внешность, такие длинные волосы, почему тебе не попробовать стать моделью? Ну, я решила стать моделью, попробовать, почему бы и нет. За свою модельную карьеру Диана успела занять первое место в номинации «Young» в конкурсе «Юная мисс Забайкалья 2023» и стала абсолютной победительницей конкурса красоты, который проходил в Сочи. А это, к слову, наряды, в которых Рапунцель завоевала сердца жюри. Это платье моей мамы, выпускное платье, ему где-то, я не знаю, 20 лет. Это пошив самостоятельный, так скажем, шила мама с тетей. Мы решили выбрать такое платье, потому что оно смотрится очень интересно, то есть фасонов сейчас таких нету, можно сказать. И он, ну, подходит к моему типу волос, к цвету. Я думала, вот здесь я выглядела как Златовласка в этом платье. Цвет от природы, длина от такого же длинного терпения. Но главный секрет – это, конечно же, уход. Да, это очень тяжело. Расчесывать, заплетать какие-то прически – это, конечно, очень красиво. Когда ты в парикмахерской, тебе делают прически, это все смотрится шикарно. Но когда ты дома один, это расчесывается, это все магнитится, это путанки. С распущенными волосами ты практически нигде не походишь. Косички, хвостики, вот такое все дело. Мама помогает своей Рапунцель во всех начинаниях. И сегодня остается и главным фанатом, и даже личным профессиональным парикмахером. Вот она выходит из ванны, и у нас ритуал. Мы садимся, включаем телевизор, и полчаса чешемся. И то это вот где-то, наверное, с класса третьего она мне еще помогать стала. Я ей прядь скинул, говорю, чеши, сиди, я ей сзади чешу. А так все сама вот сидела, расчесывала. Это очень было, конечно, напряжно. Ну, это целый ритуал был. Прически старалась, конечно, делать на Новый год, 8 марта. Сама даже в шоке была, что я на такое способна. После 11 класса Диана мечтает пойти по стопам родителей и стать железнодорожником. Но и про модельную карьеру пообещала не забывать. С такими волосами пора выходить на мировой уровень. Эльшат Сафаров, Павел Карпов, РТК Забайкалье.